34-ю школу Павлодара закрыли на карантин в связи с выявлением у учеников и педагога учебного заведения коронавирусной инфекции. Отметим, что пока это первая школа в регионе, в которой полностью приостановили учебную и педагогическую деятельность дежурных классов. Учащихся перевели на дистанционное обучение. В школе будут проводить дезинфекционную работу. Постановление о карантине вынесено на 14 календарных дней. Это с 19 октября по 1 ноября 2020 года. Три человека, учащиеся начальных классов, из них два учатся в одном классе. Четвертый случай – это преподаватель этой же школы начальных классов. Тестирование проведено, теперь ждем результатов анализа. Данная школа уже не функционирует на данный момент. Остальные ученики отправлены на дистанционное обучение. На сегодняшний день в Павлодаре закрыты два дежурных класса в двух школах Павлодара и две группы в двух детских садах областного центра. По словам специалистов, в случае выявления в учебном заведении более трех случаев COVID-19, по усмотрению территориального руководства контроля качества безопасности товаров и услуг, выносится постановление об ужесточении карантинных мер.